Ребята, господи, вы посмотрите, как это объяснить. Я его схватил. Я схватил его. Ура. На, дурень. Ура. Опять, что ли, память тебе делать? Ты кто? О, спасибо. Такое чувство, будто я снова оказался в ловушке компьютерной системы, лаборатории в полном одиночестве. Но ты вернулся за мной, не могу поверить. Ты хороший друг. Нет, я погибал. Я так рад, да, что мы снова все вместе, но нам по-прежнему угрожает опасность. Нам нужно найти выход отсюда. Может, ты откроешь вон ту дверь? Нет! А, вот эту. Давай, вроде бы я разучился, надеюсь. По-моему, нет. Давай, ты ключ. Стоп, неужели ты ключ воспользуешься? Там дурни. Нет. Ты еще не... Ты идиот? Ты идиотина? Клементина! Эй, алло! Я не пойду сам один туда, не мечтай. Я больше не пойду. Кирпичи. 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 Я кирпич. Ну хорошо, что рюкзачок мне дали. Кирпичи. Разбей мне окно! Да. Ты вообще дурень. Ты дурень! Мама! 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 Мы сдохнем! Что тебе? Все, уходи! Все, я тебе помогать не собираюсь, понял? Ха-ха, пока! А, типа тебе только открывать надо. Ладно, я добрый дурень. Дурень, тебе сегодня повезло. Открывай давай. Нет, опять ты что ли так стоять будешь? Стражи снова перегородили путь. Они сразу же меня заметят. Может, попробуешь замодить их камеры и запереть там? Нет! Нет, не хочу. О-хо-хо-хо-хо. А это я умею делать. Пойдем. Ха-ха, я тут буду жить. Мне тут нравится. Давай. Заходи, грустный друг. Давай, дурень. Дурень, я сзади. Ку-ку. Я здесь. Идем. Летай со мной. Используем дверь. Пока. Ха-ха-ха. О, ребенок. Так и что тебе? Тебя здесь охраняли? А ты где? Ха, ты уже тут телепортнулся, что ли? Так. Часть прям максимально быстро выходит. Ура, бедняга. Стражи беспощадны. Пофиг. Ба, пофиг! Уйди, уйди, уйди. Уйди, уйди. Все, давай. Потопали. Опять! Его, что ли, завести? А, двоих надо! Двоих, двоих, двоих! Бедняги! Это я, бедняга! Дурень! Ха-ха-ха! Дурень! Я открываю дверь! Привет! Давай! Нет! Только не этот! Нет! Дурень!
Ненавижу их. Этих стражей долбанных. Стоп, неужели там их трое будет? Хватит, хватит, умоляю вас. Так, одного... Давай, пойдем. Плыви. Стоп, а там что ли еще один? Все, я спрятался, хватит. Хватит, хватит. У-ху! Пока, дурень. Ух, привет. Все, все. Давайте, пока. Давайте, пока. Нет, 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 нет. Их двоих, что ли, тут надо? Замарать. Вот их двое. Нет, опять! Извини, что ору. Бесит. Дурени эти. У меня и так один дурень есть. Сколько дуреней в этом проходе. Не хочу. Так, ладно, сразу двоих сейчас заагрю. Давайте. Хоп. Раз. Хоп. Два. Хоп. Три. Хоп. Хоп. Четыре. Фокус 5 называется «Сдохни, сдохни и живи». Это так легко все это время было. Я думаю, мне надо было успеть под ворота. Все, иди. Все, второй раз я не буду. Третий, точнее. Б-12, ты живой. Батарею я тебе так и не отдал. Амбал, ты здоровый. О, кресло. Блин. Почему ты мне сразу не сказал, что здесь есть вентиль? Стоп, стоп, нет, 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 только не... Еще одни, что ли? Так, а как мне сюда залезть? Может, сюда? Клементина, мы должны открыть ворота для нее. Да я понимаю. Но как? Как это открыть? Вот, одно дерево есть. Как давно от дерева я когти свои не точил. Мне сейчас... О. А думаю, мне туда надо. Клементина. Угу. Давай. Думаю, ее можно открыть из центра управления. Вон там. Надо подумать, как в него попасть. Тебе всегда не хочется. Вот дурак. Дверь. Это иди сюда. Я понял. Неужели, мама, хочу. Стоп, что ты там сделал? Амбал здоровенный. Что ты нашел? Все, сорки. Фу. Никогда не думал, что я здесь буду сидеть. Может, мне все-таки как-то так надо. Опа. Нам повезло, кто-то оставил ключи в двери. Прыгай в кузов грузовика, оттуда мы сможем перепрыгнуть через забор. Сейчас будет Биби! Сейчас, помните, ребят, как мы в третьей серии шатались, помните, ребят? Типа так бабах-бах. Сейчас такое же типа будет. Чё? А, типа, еще не все? А, уже. Все, давайте, я сейчас ворота открою, ты заезжай. Поедем на машине, мне лень идти. Раз машина есть, тогда поехали на тачке.
Кто это? Все, давай, заводи мотор и погнали. Чуметь. Господи! Что вы мне сразу, блин, не сказали? Обосрыши фиговые! Стой! Дебил, стой! Стой! Дурень, стой! Спасибо! Давай газ в палацу, погнали! Сколько мы едем? Газ в палац, я говорю! Газ в палац! Вот это! Газ в палац! Ребята! Это что такое? Гонки! А как я там оказался? Это не те. Нам не выбраться, пока стражи у нас на хвосте. Я могу отвлечь их ненадолго, но тебе нужно идти. Манифест аллусайдеров гласит, мы должны попасть в аллусайд любой ценой. Я его написала. Теперь ты один из нас. Цель не в том, чтобы мы все добрались до аллусайда. Но один из нас должен это сделать. Ура, отлетим! Иди скорее, я сохраню тебя в своей оперативной памяти, маленький аллусайд. Господи, я так и знал! Вали быстрее, тварь! Дурень, пока! О, вы меня не догоните, ха! Стоп! Нет! Как говорится, нет! Так, ключи, я сказал, ключи, а не поезд! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Нет, сюда не надо. А куда мне? Тварь обосранная! Куда мне? Мама Мия! Это перед. Нет, а куда мне? Тут вот дверь есть, та, из которой я притопал. Может, там что-то есть хоть? Нет. Здесь ничего нету. Даже сюда не забраться. А куда? 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 Клементина, дурень, или как там тебя называть хочется? Да, опасно здесь, конечно, местечко. Стоп! Нет, быстрее! Как? Как завести поезд этот долбанный? Как это сделать? Как? Куда? Где? Что делать? Пик, можно поделать? Нельзя ничего пикать. За что? Зашкварник. Меня сейчас как схватят, и все. Мне говнец. Все, хватит. Все. Так. Что делать? О, радио. Почему он не играет? Так получше. Но мне не дырынкать! Я хочу вылезти отсюда! Это конец игры, ребят! Это аллусайд! Не верю своим глазам, что это пройду. Не верю! Блин! Что делать? А как завести? Как реально поезд завести? Угу, как это сделать? Тут никакой кнопки. Ах.
И ну и это нельзя и здесь. Может мне как-то туда? Как только. По-любому не туда. Ага, и здесь ничего не сделаешь. Здесь где-то должен по-любому быть рычаг. Ключ от поезда, вот. Как, где его привести? Ключ от поезда. Где поезд? Как его, типа, ну, вы, ребят, понимаете, завести? Я сквозь еще и эту спрыгнул. Жесть какая-то. Как залезть? Как его завести? А, это ведь роботы. Может, тут где-нибудь есть подсказочка. Как скачать? Как? Че? А может, снизу тут подбегать? Нет, как завести поезд? Ребят, никто еще не знает, как завести этот грёбаный поезд. Я, наверное, единственный на ютубе, кто вот так сделал. Кто прошел до чудова. И до конца игры получается. Может так. Ничего не поделаешь. Максимум, что можно поделать, это сдохнуть. Как? Может, это хоть? Ладно, ребят, всем пока. Сегодня я попробую, как бы, еще сделать это. Пока!